Совет депутатов городского округа Люберцы провел очередное заседание. На встрече обсудили вопросы о внесении изменений в правила землепользования и застройки территорий городского округа. Определили участки под строительство поликлиники в Октябрьском на 400 посещений в смену и возведение школы на 750 мест в поселке Красково. В ходе общественных обсуждений поступил ряд замечаний и предложений. Количество предложений 29 штук, замечаний 20 штук от правообладателей земельных участков и объектов капстроительства, расположенных на территории городского округа Люберцы. Все замечания и предложения рассмотрены рабочей комиссией по подготовке правил землепользования и застройки глав архитектуры Московской области.